Всем привет, это Таня Матаня. Закончилась первая четверть, и для мам второклассников это первые четвертные оценки, первые итоговые оценки. Здравствуйте, дорогие мои! Добро пожаловать в мир несправедливого оценивания. Сегодня я постараюсь вас настроить на борьбу. Если вы считаете, что ваша оценка несправедливая, то пока вас не убедили в обратном, надо доказывать правоту своего ребенка. Я благодарю маму, которая меня вот настроила в свое время. Она многодетная, у нее большой опыт борьбы за права своих детей. И последний ее результат, когда вообще я окрылилась после ее победы, когда ее ребенку поставили оценку ниже, чем он получил баллы по ЕГЭ. И она добилась того, что ей переделывали аттестат. То есть даже когда вам говорят, ну как же, вот уже есть бумажка, ничего подобного. Если нарушены ваши интересы, если нарушены права ребенка, если вы будете добиваться, если вы сможете оспорить и объективно предоставить доказательства, то вы добьетесь своего. Настольная книга ваша – это закон об образовании Российской Федерации. И все только на основании него, ребятушки. Все оценки и все, что происходит в школе. Выставление отметок должно быть равномерным в течение всей четверти или полугодия. Что это означает? Это означает, что вдруг, если у вас в конце четверти стали появляться оценки, а до этого не было, то это уже нарушение законодательства. Нет, равномерненько вы должны всех детей опрашивать и равномерно выставлять. Не должны вдруг появляться оценки задним числом. Откуда эта оценка? Для объективной аттестации должно быть не менее 3 оценок, по которым можно объективно выставить оценку за период обучения. Следует ориентироваться на средний балл с учетом контрольных и промежуточных аттестаций. И здесь, ребятушки, возникают самые интересные ситуации, когда учитель субъективно может в ту или иную сторону, по его желанию, по его субъективному мнению, поставить ту оценку, которую он считает нужным, неважно, какой аргумент у вашего учителя, он должен быть обоснованным. Если ваш учитель начинает придумывать аргументы и обосновывать каким-то другим образом, в журнале выставлены оценки по домашним работам из тетради. Они не влияют на итоговую оценку. Стоп! Все, что выставлено в журнале, все влияет на оценку. Если вы выставляете за домашнюю работу ребенку оценку в журнал, это уже оценка заведения тетради, и она влияет на оценку среднюю в четверти. Если вы считаете, что домашняя работа не должна влиять на оценку, то тогда будьте любезны, не ставьте ее в журнал. Пусть она по-прежнему остается в тетради для домашних работ. В спорных ситуациях требуйте обоснование письменное, на основании чего вы выставили моему ребенку оценки. Это может быть внутренние акты, локальные акты. Но с этими актами вы должны быть ознакомлены письменно до начала учебного процесса. То есть на 1 сентября вы должны знать, как производит оценивание вашего ребенка, если это оценивание отличается от среднеарифметического балла. Пусть вам покажут, что это за акт. А если ваша подпись не стоит до того момента, как выставлена оценка, вы уже можете оспаривать эту оценку, потому что вы не ознакомлены с особенностями оценивания, которые приняты локально, которые приняты здесь. Что вот контрольное именно это итоговое, и только по ней мы выставляем оценки. Хорошо, окей, но вы сначала меня ознакомьте, чтобы я знала в течение всего учебного процесса, что это так. И после этого уже я буду согласна. А если вы выставили мне оценки, а сегодня говорите, что у вас какие-то правила были где-то когда-то, извините, нет, только по среднему баллу, пожалуйста. Шаги ваши должны быть следующие. Первое – это разговор с учителем. Этот разговор, он вам нужен не для того, чтобы добиться хорошей оценки. Если уж вам занизил учитель оценку, то значит, у него уже все сложено, картина мира, он не будет эту оценку менять. Вам нужен этот разговор только для того, чтобы, когда вы будете составлять письменное заявление, письменную жалобу, письменный запрос, вам нужно будет просто сослаться.
на аргументы учителя. А что он в данном случае сказал? И поэтому не настраивайтесь на то, чтобы там поругаться с учителем. Нет. Ваша стратегия спокойствия. Вас должны убедить. А убеждение это... Вот убедят вас, вы согласитесь, тогда все нормально. Не ругайтесь, не скандальте. Как только вы начнете скандалить и повышать голос, ваша ситуация уже проиграна, а вам нужно, чтобы вы выиграли. Так вот, просто спокойно поговорите с учителем, выслушайте спокойно его аргументы, запишите их и, приведя свои аргументы, составляйте запрос. А почему? А как? А вот так? А вот за это? Вот такие вот у нас оценки. Спокойненько идете дальше к директору школы. Вы имеете право на создание комиссии по спорным оценкам. То есть комиссия может аттестовать вашего ребенка по итогу, по спорному периоду, может просто объективно рассмотреть оценки и исправить их. Ситуации может быть разные, они индивидуальные. Самое главное, что вы должны быть абсолютно уверены, что вы докажете. Если вы не добились в школе ситуации, вы можете пойти дальше, есть контролирующие органы. Пожалуйста, это все задним числом вам исправят. Пусть не говорят вам, например, такое, не сбивают вас с толку, если вам скажут, например, уже четверть закончена, оценки выставлены, исправить мы не можем. Все могут исправить, даже аттестат переписать. Это только для того, чтобы вы, ну, смирились. А если вы смиритесь, на что это влияет? Особенно если вы знаете, что ваш ребенок, ну, он вот тянет, у него пятерки, и вдруг затесались какие-то четверки по непонятным предметам. Очень себя вольготно чувствуют учителя музыки, труда, физкультуры. Они себя вот так важно чувствуют, что вот имеют такое важное значение в системе аттестации. Хотя по таким предметам вполне достаточно, чтобы проставляли просто зачет. И все, не нужна оценка, не нужна оценка. Прослушали музыку и хорошо. Зачем эта оценка? Если ребенок не умеет петь, вы его никогда не научите петь. У него просто нет голоса. И как за это можно оценивать? Еще один аргумент – это электронные дневники. Сейчас у современных школ. Ну вот в дневнике заложен какой-то алгоритм. Вот он как-то посчитал эту оценку. И мы ничего сделать не можем. Нет, нет, нет. Любой алгоритм в голове компьютера закладывается на основании законодательства. Если алгоритм заложен неправильно, будьте любезны, исправьте его. Все, что рассчитывает машина, все должно соответствовать требованиям, которые описаны в законах, в положении, в требованиях к оценке, в локальных актах. Необъективные оценки могут быть не только у вашего ребенка. Если вы найдете таких же мам, которые недовольны оценками внутри класса, как они представляются и в течение четверти текущей, и итоговые, конечно же, вам будет проще, если это будет жалоба коллективная. Для тех мам, которые думают, ну ладно, ну пусть в этот раз так будет, а вдруг, если я сейчас начну что-то добиваться, то это ухудшит положение моего ребенка. Нет, 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 на вашем ребенке уже начали эксперимент выносливости, выдержите вы или нет. Если вы сейчас не наладите ситуацию, то дальше вы уже не сможете что-то доказывать. Это все уже пойдет по накатанной. Это с вами уже один раз поступили несправедливо, и вы это проглотили. А потом выяснится, что эта четверочка в первой четверти второго класса вам где-нибудь окажет влияние при спорных оценках. И когда-нибудь в 11 классе вдруг выяснится, что нужны были все итоговые оценки и по четвертям в том числе. Да, именно так окажется. Особенно если ваш ребенок всегда учился на отлично, то все будет иметь значение. Случаи, конечно, разные, индивидуальные, но если видят, что мама всегда отстаивает интересы своего ребенка, то с ней зачастую и не связываются, потому что, ну, это нужен очень упорный человек для того, чтобы именно с вами вступить в войну, в контру. А если уж так сложилось,
Ой, а так складывается нередко. Иногда приходится менять и учителя, и школу. Но вы должны понимать, что смена педагога, смена школы не самая катастрофа, не самая большая проблема. Самая большая проблема – это внутреннее состояние вашего ребенка, если ему некомфортно учиться, если его несправедливо оценивают, ему не будет нормальной учебы с самого начала. Поэтому нет, все имеет значение, и сам ребенок будет чувствовать вот эту поддержку. Я помню, как мне мой сын сказал, когда в конце концов мы ходили то раз, то два, то три, он: «Мам, спасибо тебе большое, я думал, что я какой-то не такой, а оказывается, что со мной все нормально». Вы, родители своего ребенка, настраивайтесь на то, что вы защитник своего ребенка. Да-да, есть такая профессия — детей своих защищать. И это мы, мамы, это наша профессия. Это оказывается, что в школе больше всего с несправедливостью и столкнешься. Пишите в комментариях свои истории, как вы добивались, в какой ситуации вы оказывались. Эти истории очень нужны для того, чтобы поддержать других мам, что все возможно. Причем это практически ежедневный труд. Каждая оценка, которая вдруг возникает в журнале вашего ребенка, она всегда должна быть под вопросами, если это не пятерка. Всем пока, это Таня Матаня. Оставайтесь на моем канале, нажмите этому видео лайк и поделитесь с другими мамами. Поделитесь обязательно, чтобы они тоже настроились и понимали, что нет, это не окончательная оценка. Вы добьетесь того, что ваша оценка будет правильная, справедливая, окончательная и та, которая соответствует уровню знаний вашего ребенка.